проездом. Там же тоже был проезд прямо. Понимаешь, о чем я говорю? Я понимаю. На следующем повороте поверните налево. Настроение. А, отлично. Lunchtime. Этот картон что? Забой. Вода. Morgen. Впечатления какие-то есть от выставки? У меня хорошие впечатления от выставки. Отлично. Работа была очень продуктивна. Первый день голос просто сорвал. Отлично, да. Так, вот. Я бы хотел добавить. Так. Первый день на выставке в Нюрнберге был русским днем. Нет, русскоязычным днем. Русский клуб. Потому что в основном работала Елена сегодня. На русском языке. Работала много.
Дядя Бог, пожалуй, дешево. Да, он готов, в принципе. Того, что было вечером. Да, посмотрим, найдете ли вы сегодня новые. 10 отличий, доброе утро. Доброе утро. Ищите 10 отличий сразу. Конечно. Все, уходи, 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 убегай. Стакан в лицо. You're late. Good morning. How are you? Yeah. Yes, I'm late. And I'm nothing happened today. Nothing happened. Nothing happened today. Nothing happened. Okay. What's happening with your stand? What's happening here? This is the booth. First up. Animal party. You had a big party last night. Yeah, it was great. No! You went all in. Hi, good morning. How are you today? Okay? Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Look at this. I like this the best. This is so good. Последний день выставки встречает нас обильным снегопадом. Многие из этих людей спрашивали, в честь чего салют, мы вам ответим. В честь дебюта Orange на выставке Spielwaren Messe. Yeah! Orange company!